Le verbe dire, глагол сказать на французском именно сказать, то есть сказать что-то. Это не глагол говорить по-французски, говорить быстро, это parler. Здесь что-то нам нужно. Так вот, посмотрим. Je dis la vérité. Я говорю правду. Tu dis non, ты говоришь нет. Il dit oui, он говорит да. Elle dit oui, она говорит да. Nous disons merci, мы говорим спасибо. Vous dites au revoir, вы говорите до свидания. Ils disent des bêtises, они говорят глупости. Elles disent des bêtises, они говорят девочки глупости. Обратите внимание, здесь выделила красным цветом букву Т, потому что она интересна, и тут как раз-таки сочетание, вот это спряжение больше всех сложностей нам представляет. Теперь еще раз я произношу все это. Вы хорошо открываете рот, произносите, вытягиваете звуки, интонация вверх идет, не опускайте, чтобы русского акцента не было. Челюсть вперед. Je dis la vérité. Tu dis non. Il dit oui. Elle dit oui. Nous disons merci. Vous dites au revoir. Ils disent des bêtises. Elles disent des bêtises. То же самое в отрицании. Обратите внимание на изменение артикля. Вот здесь неопределенный артикль стал de. On y va. Je ne dis pas la vérité. Tu ne dis pas non. Il ne dit pas oui. Elle ne dit pas oui. Nous ne disons pas merci. Vous ne dites pas au revoir, ils ne disent pas de bêtises, elles ne disent pas de bêtises. Обратите внимание, здесь disent, не оглушайте. В конце у нас есть такая тенденция, bêtises, disent, немножко как S произносить. Все должно быть очень четко. Теперь я произнесу еще раз этот глагол, но буду опускать «но», потому что в отрицании «но» опускается в разговорной речи. Je dis pas la vérité. Tu dis pas non, il dit pas oui, elle dit pas oui, nous disons pas merci, vous dites pas au revoir, ils disent pas de bêtises, elles disent pas de bêtises.